Что там смотришь? Машины. Вон черный фьюжик, видела? Кирусь. Это покупные машины из старого века. Из старого чего? Века. Охотники за привидениями не могут быть из старого века. Да вот, машины две. СССР написано. Но они же старые. Ну. Прям круто, да? Должны здесь охотники за привидениями. Нравится? Да. Тут тоже есть это. Как кто? Камера. Нет, не камера. Вот это. Кто? Вот эта штучка. Пылесос вообще-то называется. Рига. Нет, вот это. Вот привидение нарисовано. Это и есть пылесос. Пылесос. А, я вспомнила. Это типа тем, что ловят привидений. О, вон пистолет для ловли привидений. Это обычный пистолет. Да? Форма привидений? Да. Круто. Не, форма для привидений. Там даже каска есть специальная. Какая? Вон там, вот с той стороны. В общем, ты теперь знаешь, где живут охотники за привидениями. Пошли. Какая? А вот такая машина, как тебе не нравится, черненькая? Блин, мне олень нравится, похоже. А белый олень нравится? Да. Вон, смотри. Золотой олень. Золотой олень? Да, купи мне... Серебряный. Вон того оленя. Серебряный сломанный. Понравилось? Да. Пойдем фьюжик посмотрим. Как тебе такой фьюжик? Нравится? Не очень. Не очень? Не очень. А почему? Наш лучше? Там есть куча. Где? Да, вот это. Что-то я не найду здесь сервис. Ты как думаешь, где он есть? Не знаю. Что думаешь? Что это такое? Это кузов для воды. Ну, для воды, да. Для... И еще, может быть, в таких, знаешь, что возили раньше? Что? Квас, например. Молоко? Квас. Квас? И молоко да. Тоже. Это была правда. Нравится? Да. Мне вон та вот машина нравится. Какая? Та, которая охотники с привидениями. Что это, знаешь? Нет, здесь сдают батарейки, ручки, пробки, лампочки. А в последнем что сдают? Станки, зубные щетки. И здесь еще скидочные карточки, видишь, вот. Скидочные карточки прошлые. Да. Здесь... Иди фоткаться. Ручкой помашите. Ну давай, расскажи нам, что же ты узнала, я узнала за Софию то, что... и Киргизию? Вон туда вот, обратите внимание, когда будет реклама. И что? Там, короче, рассказывается о нашем Киргизии. И Софии. И Софии. Вот это магазин «София». Не торговый магазин, центр. Торговый центр, сори. Кинотеатр. Да, там есть торговый центр и кинотеатр, и все что угодно. Ну тебе тут нравится хоть? Да. С мамой приедешь сюда туфли выбирать? Да. Ну договорились. А я пока пойду по своим делам. Ну давай, иди. Я тебя тут подожду. Тут зарядочка, кстати, есть. Это зарядочка? Ну розеточка, да. А как ее открыть? Как ее отключить? Зачем тебе ее включать? Попробуй. Сижу себе тут такой, отдыхаю. Да посидеть. Да посиди. Папа. Ну что? Дай мне спокойно посидеть. Я тебя абсолютно не трогаю. Ты меня не трогаешь. Были только что вон в том магазине. И там что было? Обувь? Kids Cuts. Карри Kids. Kids Cuts. Карри Kids. Тебе там понравилось? Да.
Ой, маленькая Кирочка катается на лошадке. Пошла заниматься своими делами. Это лось. Это лось даже, да. Это даже не лошадка. Пойдем гулять. На улицу? Да. Я плюс 20. 8. И бесплатную воду раздают. Пошли? Это лабиринт вообще-то. Там кто там нарисован? Не знаю. А вон еще один лабиринт. Алиса, Страна чудес. Да? Дядька. Ну, это хватит шляпник. Тебе игровых. Пошли отсюда. Это шляпник, папа. Пошли, шляпник. Ух ты, USB зарядки. Футбол? И 2 рубля там валяются. Там... Я хочу их вынуть. Зачем? Вон еще 5 рублей валяется. 5 рублей? Вы что, совсем что ли? Тут еще монетка есть. Да. Ну что, совсем что ли? Все, мы отсюда уходим? Тут не очень интересно играть. Вообще-то там написано не трогать. Книжный лабиринт. Мини лабиринт? Книжный. А, не хочу книжный лабиринт. И спортмастер. И фастфуд кросс, как картошка. Я хочу шарик, я вспомнила. Тут должен быть шарик. Да нету тут шариков. А должен быть шарик. Нет. Такие кресла в кинотеатре там с попкорном. Можете сесть, попробовать, как вам удобно будет, нет? Столик есть, и тут даже мусорный бачок есть. Ты как в кинотеатре сейчас сидишь? Да. Как вам нравится? Все, уходим. Что тебе хочется? Купить кого-нибудь. Мы тебе обязательно купим обувь здесь. А еще видишь, вот здесь на соседнем есть зарядочка беспроводная. Да. Можно положить телефончик, и все зарядится. Вот она, видишь, как обозначается? Угу. Быстрая зарядка. А спинка тут удобная? Удобно. А ну. Как тебе кресло? Ну да. Можно так вот. А интересно, оно расстилается или нет? Чтобы так раз, еще и ножки, да? Все, установилось. Вот. Вам еще тоже на будущее. Захотите пройти в шоколадницу? В этом приложении есть бонусы. Uh-huh. Вот. И вы можете благодаря этим бонусам скидки получать на блюдо. Хорошо. Ты что будешь брать? Водичку? Или лимонадик? Лимонадик. Хитренькая. А сказать спасибо не надо? Спасибо. Ну, любишь ты лимонадики, да? Попробую. Половину можно выпить сразу? Сразу нет. Попробуй сначала. Настоящий лимонад. Да? Угу. Кисленький. С лимончиком. Можно туда кинуть, знаешь что? Ледик. Беги, надо кидай ледик. Надо купить ледик. Я не хочу. Нет, девочка тебе так даст. Спасибо. Не хочешь? Похолодней будет. Это ты в Софию приехала, да? Софья.
Давно понял. Что там за мечта? Мечта. Ну, написано, мечта, школа танцев. Но у тебя есть вкусный лимонадик. Да? Ну, пойдем пачки посмотрим. Пойдем? Он такой кислый. И такой вкусный. Такой вкусный. Какую пачку ты выбираешь? Хочу синюю. А красную? Хочу красную. А красная, вот, глянь. Костюм Китри из балета «Дон Кихот». Костюм куклы из балета «Щелкунчик». А это костюм принцесса Флорина из балета «Спящая красавица». А кто такая Флорина? Не знаю. А вот еще, смотри. Костюм редисочки из балета «Чиполлино». Я не хочу быть редисочкой. Редисочкой не хочешь быть? А вот эта красненькая тебе не нравится? Почему? Ладно, пойдем дальше гулять. Пойдем? Видела, какие там красивые ручки зеленые? Видела? А? Дон Кихот. Кто такой? Дон Кихот? Да. Ну, такой персонаж. С мельницами воевал. С мельницами. А что такое? Почему с мельницей? Ну, он думал, что там монстры. Ну что, победа? Это мне. Тебе. Это да, типа шаурмы. Это лонгер тебе. Пожалуйста. Ну, бери уже, садись. Вот тебе еще. Так, тут есть у меня картошечка, фришечка. Фришечку. Не хочу фришечку. Почему? О, это я и постелю под попу. Ну, стели, в принципе. Вилочка. Обе. Вилочка, это и бумажные салфеточки. Как тебя на природе? Ты ж хотела. Угу. Вот тебе стрипсики будешь. Спасибо. А мне еще кофеек, а тебе еще попить. На, попробуй. Как тебе? Сейчас дожую. Бабушка у нас любит KFC. Ты голодная? А? У тебя еще лимонадик свой есть. И байкальчик. Ну скажи, что тут красиво. На природе. Положим на времечко. Положим на времечко. Можно я лучше стоя поем? А? Стоя? Угу. Ну ешь стоя. Я сидя, хорошо? Угу. Приятного аппетита. Можешь открыть. Держи. Держи двумя руками. Крепко-крепко. А у тебя ж лимонад есть твой любимый, вкусный. А? Ч-ч-ч-ч-ч. Тихо, у нас есть салфеточки. Лимонад же у тебя есть. Я хочу пробовать. Сладенького чего-нибудь, да? Угу. Надо было два лимонада брать. Прикольно. У тебя там капнет сейчас. Мы еще долго будем гулять? Не знаю. Нам уже еще нужно петарду взорвать. Да. О которой маме лучше не знать. Угу. Это будет наша тайна. Угу. Взрывать будем? Ну, чуть подальше. Бери мясо. Зачем? Или картошку. Картошку же мне чего махать?
А я специально взял кофе. Потому что по купону было либо кофе, либо куда макать. Нет. А фак. Такая, в общем, колбасня. Ну что, помощница, ты идешь? На. Да? Поставь свою бутылку. Давай. Поджигай вот зелененькую. Угу. Ты же умеешь спичками пользоваться? А поджигать ты как будешь? Давай. Кидай. Как тебе? Что это? Можно быстрее? О, менты побежали! Быстрей! Да! Быстрей, быстрей! Вон, Бобик! Какой Бобик? Милицейский! Хочешь, покажу жужуку, как делать? Да. Берешь спички. Бери одну спичку. Взяла одну спичку. Вот, поджигай. А потом вот сюда, где головки, засунешь ее, горящую. Эх ты, жужука не получилось. Давай еще раз. Эх ты, на две спички сразу. И сюда вот, где головки у них. Еще. Ой. Стой. Затушим. Жужуку тебя учить и учить делать. О, спичка ее подожди. Да? Что вы говорите? Да блин. Стой. Вот смотри, как жужука делается. Правильная. Жужука! Красиво. Я хочу тоже. Тоже? Да. Надо только посмотреть. С огнем играться нельзя. Спички хочу, надо посмотреть. Потуши вон там, он ногой. Туши, туши, туши. Все? Да. Потушили? Да, потушили. Теперь он идет постоянный преподаватель. Вот. Там может даже что-то новенькое показать, как, что делать. Давайте я покажу, как надо. Я вас зарисую. А? Я вас зарисую. А я, знаешь, кого нарисую? Это похоже на киси-миси? Не похоже. Не похоже? Не похоже. Смотри. Ну, как ты хочешь. Если смотри. Если вот горы. Вот тут можно брать песочек. И вообще не видно. Смотри, давай, попробуй тут найти. Вот смотри, можно вот так вот песочком. А тут что-нибудь видно? Красота. Нравится. Угу. Учись, учись. Смотри, вот хочу рисовать. Кисточка. Вот этим пользоваться, вот так, это просто вот так вот. Солнышко. Вот это если тебе нужно нарисовать какие-нибудь анимусики, штучки, тогда используй эту палочку. Смотри, а вот если смотри. Пап, вот если, например, смотри, ты вот случайно... Это совочек для песочка. Нарисовать вот такое вот, например, солнышко. Ты случайно нарисовал что-то не то,
Это висящая квартира, папа. Только с другой стороны. Это похоже на ежика. Итак, если у нас ежик смотрит вверх, что же там такое к нему прилетело? Вот. Птичка, там нечто было похожее на птичку. Итак, интрига. И смотрит ежик, кто-то к нему приближается. Вот здесь вам сейчас я показываю эффект раскадровки. Сначала он не видит, что в тумане что-то к нему начинает приближаться. Что-то темное. Вот. Здесь напоминаю, что вы можете использовать фотоаппарат, чтобы фотографировать каждый кадр. В этом случае мы сейчас будем с вами фотографировать каждый кадр, чтобы понять, как идет действие. Да. Я сейчас тоже кадры фотографировать. Сколько у меня было свой мобильный телефон? Сейчас, секундочку. Учительница, да? Почти. Землю. В таком случае мы с помощью инструмента лопатка сейчас убираем кулечек из его лапки. Вот я убрала. И в его лапку мы даем веточку. Огромное, большое и темное. Медведь. Ну, смотрите, во-первых, он взял палочку, потыкал палочкой, и оно не шелохнулось. А в лапу палочка он просто так не могла попасть посреди поля. Значит, рядом стоит дерево, все верно. Это оказалось дерево. Рисуем дерево. Рисуем дерево. Это дерево? Да. Дерево оказалось действительно непростое. Это оказался величественный, огромный дуб. Один из самых старых обитателей этого леса. Поняла. Оказывается, пока ежик гулял в тумане, он с холма попал в низину, где поле плавно перешло в лес. С вами сейчас будем рисовать по поверхности воды, поэтому просьба, если вы собираетесь поудобнее пододвинуть свой ладонь, делайте это сейчас, потому что потом каждое движение будет вызывать рябь, и рисунок ваш может исказиться. Вот. Второе, когда будете рисовать, вот так вот не опирайтесь, вы на себя можете опрокинуть весь ладонь. Вот. Но опять же, и опять у вас пойдет рябь, тоже это будет способствовать. Это два. Третье, прежде чем мы с вами начнем рисовать, видите, что у вас, спасибо, что у каждого из вас есть фартук надет, поскольку мы будем сейчас работать в технике набросга. Техника набросга у нас будет идти с помощью вот такой вот кисточки. Это называется веерная кисть. Как ей работать? Мы опускаем кисточку в красочку, потом
вот так вот ставим на лоточек, опускаем ниже уровня бортика, но не касаемся воды. Кисточкой мы, вот как мы обычно это делаем, не рисуем. Здесь мы только вот так вот ей постукиваем, и брызги разлетаются по поверхности воды. Таким образом, я это знаю, я такое на листке делаю. Замечательно, вот, тогда тебе будет еще проще. Вот, итак, разрешаю выбрать уже первый цвет, который вам очень нравится. Вот, пододвину к себе и опустить за кисточку. А? Изначально не надо. Потом смывать, да? Вот, итак, да, поскольку у нас не так много желтого, просьба, поставьте между друг другом желтый цвет. Вот, и я передам еще вот сюда, вот в эту часть. Так, ага. У вас желтый цвет вот здесь вот будет. Макать нельзя. Между вами. Забыла, макать же нельзя. Можно начинать. Попробуй другие цвета еще. Итак, у нас первый инструмент, которым мы сейчас пользуемся, это верная кисть. У нас есть еще два. Тоже сразу про них расскажу. Ой, извини, пожалуйста. Вот. Они нам понадобятся после того, как мы уже набрызгаем нужное количество фона. Что значит фон? Фон – это красочки, которые нанесены у нас уже на поверхность. Которые нанесены у нас с помощью техники набрызга. Чтобы поменять цвет, вам нужно будет кисточку очень хорошо промыть в стаканчиках с водой. Стаканчики с водой прямо перед вами. Промыли, взяли салфеточку и протерли начисто. Только после этого вы можете опускать свой инструмент в другой цвет. И насухо вытираем. Розовый сейчас найдем, полно розового. Я не вижу вот. Розового. Девчоночки, у вас две баночки, давайте одну. Ага. Вон, желтенький возьми свой. Ты уже взяла его. Да, чуть-чуть вот так подальше отсюда. Техника набрызга, да? Давай. Вау, да? Тогда поставь между вами ее. Красиво? А вы свою баночку? А у нас воды нет. Советую нанести несколько цветов. Там использованы коричневый и желтый. А почему ты не используешь другие инструменты? Вот, да. И на всякий случай просто... Смотри, как подтягивает. А? Важно, когда мы будем с вами рисовать другими инструментами, то есть уже после кисточки, ни в коем случае не касаемся дна. Поскольку красочка у нас обладает большой плотностью, она тяжелая. Если вы коснетесь дна, она просто утонет и на ваш рисунок готовый не попадет. И просьба вот так вот кисточки в стаканчиках не оставлять. Так, где все в порядке? Я об этом сказала, сейчас я теперь знаю. Вот. Почему мы так не делаем? Закончится. Сейчас сделаем. Держи. Вот тебе дают. Вот. Все. Появился. Воды не касаешься кисточкой. Так, тебе такой пример нравится, да? У меня фиолетовый получился. А вот, глянь, жемчужный еще есть. Уже вот. Не только горизонтально, но немножечко вот таким вот образом. Ничего, прям рядом. У кого? У радужной единорожки нету рога? Давай, как будто бы ты его съела. Может, он не вырос, она маленькая еще. Но мороженое здесь
Вкусная хоть? За 150 рублей-то? Пробуй. Это не хочу. А что это? Что-то не похожее на мороженое. Что-то не похожее на мороженое? Как тебе рисование? Супер? Я хотела на футболку. Ну, на футболке завтра сделаем. Цветочки как раз научишься делать. И сделаем, да? Ну что, может быть, пойдем и будем идти и кушать мороженое? А мы куда пойдем? Домой? Но нам еще идти долго через весь парк. Хорошо, когда такой теплый денечек, да? Последний. На следующей неделе ты уже в школу пойдешь. На следующей же? Да, все уже. Последние выходные у тебя. Целый день без мамы. Аттракционы без меня. И без тебя аттракционы. Но целый день без мамы. Только мы вдвоем. Только. Последние выходные. Первый. Да? Первые выходные. Последние вообще-то. Почему последние? Потому что дальше пойдет 1 сентября. Зато ты скоро пойдешь учиться. В школу читать, писать. То-то, все-то, все-то, то-то, все. Что ты будешь? Я буду ездить к тебе на работу. Мы с тобой, знаешь, уже сколько прошли? 18 тысяч моих шагов. Твоих? Да. И это только полпути. Домой. Домой? Ой, лавочка свободная. Сесть хочешь? Да. Дай ручку. Нет, пойдем. Мне надо, чтобы ты устала. Чтобы у тебя ножки гудели, ты уснула. Я с тобой погуляю. Погуляй со мной. Последние выходные, Кира. Мы вместе. Ты довольная, у тебя шарик есть. Ножки болят?